Всем привет! Меня видно, надеюсь. Так, я поработала, отвела уже с утра до обеда занятий. Сейчас перерыв небольшой, и мы с Абинкой хотим поехать в Мегу. Вот. Я стою тут в колготках. Итак, что будем сегодня надевать? Эти свитера, немножко бардачок, не обращайте внимания. Сейчас посмотрим, что я тут выберу. Лосинки одеть и, наверное, вот эту вот толстовочку белую. Как вы думаете? Ну, или... Я вот это одевала в тот раз. В общем, нужно здесь прибраться. Начнем мой лучок. Вот такая вот кофта. Свитер, посмотрите. От Zara. Видите, здесь капюшон. И лосиночки. Лосины от H&M. Вот. И Сабиночка, как всегда. Сабина тоже такие же лосинки, да? Я как-то распаковку показывала у нас, в общем... Одинаковые лосины. И у Сабинки тоже кофточка от Zara. Ну, я нанесла немножко легкий макияж. Ну, а толку сейчас все равно наденем масочку, да? Кстати, я сделала маникюр. Я показывала, по-моему. Да, малыш? Малыш. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Малыш. Готова? Вот такой пуховичок. Сумочка от Zara. И не по цвету шарфик. Но ведь самое главное, чтобы было тепло, да? Правильно? Ну все. Мы поедем в Мегу, да, Сабин? Да. Зачем мы едем в Мегу? Тихо. Да, мы хотим пообедать. И Сабинка хочет подарить мне чехол для моего нового телефона. Вот. Это будет подарок. Она у меня все время спрашивала, что я хочу на Новый год. Вот. Она сама. Как большой подарок мне, да, малыш? Ну... Раз подарки дарят, нужно их уметь принимать, правильно? И Симба тут. Что, малыш? Ну все, друзья. Встретимся в Меге. Мы идем в Мегу. Сабина сегодня гимнастику пропускает. Сегодня общая для всех тренировка, да? Вот елочка красивая, наша любимая Мегушка. Сейчас пойдем выбирать мне чехол. Да? Че, сотовый вытащил? Как называется это место? Такси. Такси. Сейчас нам принесут меню. Мы пообедаем. И параллельно я работаю по WhatsApp. Да? Красивый, да, чехол? Вот мне нравятся чехлы для Samsung, что они вот такой вот выемкой классной. Спасибо большое. Так, я заказала чукчиш с бараниной, заказала чай. Сабин, ты что заказала? Покажи. Чизбургер. Чизбургер. Картошку фри. И она заказала колу. Это у нас такси. Вот такое вот у них меню. Недорого, цены средние.
кстати, вот такие вот я пробовала, очень вкусно. Пицца у них тоже вкусная. Сабинка еще пробовала Адана, да, ну, похоже на дунеры наши. А вот бургер она не пробовала, хочет попробовать. Ну, вот здесь еще чорба есть. Есть еще вот такие вот пидешки. Ну, и я работаю. Так, наш заказ пришел. Так, поворачиваем сюда. Поворачивай, поворачивай. Так, я параллельно вот тут работаю. Давай. Это мое. Посмотрите, сколько мяса. Или это жир? Посмотрим. Сабинкин. Чизбургер. Кола 0,5. Просто огромная. Это мой чай. И вот фришки. Ну-ка, давай попробуем фришку. А, у нее тоже есть. Ну. Сейчас будем тестировать на вкус. Ну как? Вкусно? Ну-ка, что там внутри есть? Покажи. Угу, котлеточка, сыр, листья, салата. Хорошо. Сейчас я попробую. Посмотрим, как это будет выглядеть. Сюда покушать. Мы плотно поели. И идем сейчас мороженое есть, да? Вообще-то мы приехали чехол купить. Но в итоге те чехлы, которые мы смотрели, цена, конечно, гигантская, да? Такой же чехол мы возьмем у себя на районе, да? В общем, сейчас спустимся вниз, покушаем мороженое, да? Народу много. Когда мы только пришли, было поменьше народу, да, малыш? Фонтанчик. Вот, пойдем мороженое кушать. Сабина не хочет идти домой, да, малыш? Занимай очередь. Вот они, да, последние? Вина. Какой хочешь? Не знаешь? Баблгам есть. Я, как обычно, буду, наверное, сливочной. А можешь что-нибудь попробовать? Там фотографируют. Что взяли? Ну-ка покажи. Фисташковый и баблгам. Пошли туда, сядем. Народу дофига.
Здесь попрохладнее, да? Да. Ну, давай. Ой. Холодный. Классно. Купила мне чехол, то есть подарила, на свои денежки купила. Это подарок на Новый год. Сейчас хочу его надеть. Ой, вот так вот. Вот такой вот красивый. Вот, кстати, я искала чехол, чтобы было как у Samsung. Видите? Камеру прям реально защищает, видите? Вот, блин, этот чехол грязный, нужно почистить. К сожалению, цвета в наличии были не очень красивы. Там был белый, я не стала белый брать, зеленый темный был, сиреневый, ну, в общем, я взяла красный. И знаете что? Вот именно вот эти чехли, они же не оригиналы. В нашем магазинчике, вот в сотовом отделе во дворе, этот чехол стоит 2000. Вот в Меге, в Мегасылковой, этот же чехол стоит 5 800 6 тысяч. Представляете? Вот в точь, не оригинал. Это вот реально фейковый, да? Ну просто цена. Там еще один чехол смотрели, где вот закрывается вот так вот, да, камера. Здесь он у нас во дворе стоит 1800, а в Мегасылку он стоит 6. Ну, просто обдираловка полная. Я думала, в Меге что-нибудь такое возьму интересное, ну, и чтобы и недорого было. Но, как оказалось, в нашем дворе намного дешевле. Really. Вот. Так что вот так. Вот так вот. Это мой рабочий телефон, а на iPhone я вот веду влоги. И вот что у нас получилось. Видите? Вроде неплохо будет защищать. То есть, когда вот так вот ставишь на поверхность, чтобы стекло, то есть камера, чтобы не задевало. Единственное, что меня смущает, это вот здесь вот, что она не такая вот прям, как сказать, не прилегает прям конкретно. Это старый чехол, ну как старый, я 2 недели в нем проходила, а она была полностью здесь закрыта. Сегодня утром я его срезала или как? Ну, в общем, видите, я убрала, мастерица называется. И оно все равно не такое выпуклое, видите, вот как это. То есть он так все равно не будет защищать, как вот этот. Поэтому решила, что нужен новый чехол. Этот прозрачный чехол. Здесь все мне нравится, видите, он прям твердый. Все в нем закрыто, вот, видите. Но при этом звук, все, слышимость классно. Единственное, вот здесь, вот видите. Она камеру защищает. То есть, когда я вот так ставлю, прям можно камеру треснуть в любом случае. Поэтому я и взяла вот этот вот чехол. Видите? Вот так вот.